Старт празднику дали губернатор Вениамин Кондратьев и председатель законодательного собрания края Владимир Бекетов. В торговых павильонах только то, что вырастили и произвели сами кубанцы. Ярмарка уже давно стала самой настоящей выставкой народных достижений. С каждым годом растет количество и участников, и покупателей. Сегодня агропромышленный комплекс демонстрирует уверенный рост. И сегодня бизнес с большим желанием идет в этот сектор. И чтобы эту динамику, конечно, сохранить, мы делаем беспрецедентные меры государственной поддержки агропромышленному комплексу. И в этом году эта сумма 7 миллиардов рублей. Это и новые программы поддержки селян, новые программы поддержки малых хозяйств, новые программы поддержки начинающих фермеров. Ну и, конечно, мы должны их не просто освоить, мы должны сделать так, чтобы мы их по-хозяйски использовали, чтобы вот эта господдержка вернулась рабочими местами, налогами, а самое главное, качественной и здоровой продукцией. 13 лет назад мы вместе с вами начинали развивать мелкое сельхозтоваропроизводство на территории Краснодарского края. За эти годы сотни тысяч человек создали для себя рабочие места, обеспечивают достойную жизнь. Нужно дальше объединяться, усилия слагать для того, чтобы больше производить продукции лучшего качества, чтобы не только рынки Краснодарского края и Российской Федерации видели нашу продукцию, но с ней нужно выходить и на международный уровень. Одной из самых востребованных сфер у фермеров может стать садоводство. Сегодня саженцы плодовых деревьев занимают уже больше половины торгового павильона. Здесь же на ярмарке Вениамин Кондратьев и председатель Союза садоводов России подписали соглашение о сотрудничестве. По мнению главы региона, такой шаг поспособствует развитию на Кубани этого направления.